Красным треком Татори А. Айсен Потапов представляет команду Республики Саха-Якутия, 24 года ему, мастер спорта России. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Центре спортивной подготовки Республики Саха-Якутия, тренеры Захаров, Константинов, Крылов. Борис синим треко Арсалан Рыгзинов, 23 года ему, представляет команду Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия под руководством Мунко Мункажаркалова. На ковре Б в красном Галцан Ачиров, команда Бурятия, спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта. Галцан – призер первенства республики. Борьбой занимается в спортивной школе Олимпийского резерва номер 9. Тренеры Юрий Дашиневан, Борис Аюшеев. Василий Кириллин в синем трико, команда Республики Саха-Якутия. Спортсмену 21 год, кандидат мастера спорта. Василий – призер первенства Республики Саха-Якутия. Республиканский центр спортивной подготовки. Тренеры Корякин и Захаров. На ковре А победу одержал Айсен Потапов, Республика Саха-Якутия. Занял третье место в весовой категории до 79 килограммов. На ковре Б начинается второй период поединка. Борьба за третье место в весовой категории до 79 килограммов. Галцан Ачиров, красным трико, в синем Василий Кириллин. По баллам впереди Василий Кириллин, Саха-Якутия. Thank you.
Бронзовым призером чемпионата Дальневосточного федерального округа весовой категории до 79 килограммов стал Василий Кирилин, Республика Саха-Якутия.